Дальше дело пойдет уже попроще. Выдры у нас непростые. Это азиатские бескоготные выдры, жители Юга Азии, вот таких вот джунглей, как у нас здесь в Вальере. Выдры эти отличаются от других размером. Это самые маленькие из всех видов выдр, живущих на нашей планете. Но едят от этого они не меньше. Каждая такая выдра за день может съесть огромное количество корма. Масса еды, съедаемой за день, примерно как пятая часть веса самой выдры. Чтобы посчитать, много или мало, свой вес разделите на 5 и подумайте, сможете вы столько за день съесть или нет. Вот они могут. Поэтому мы их кормим 3 раза в день. Причем у них меню довольно-таки разнообразное. Выдры, это, конечно, хищники, поэтому мы их кормим говядиной, индейкой, рыбой, цыплят. Им дают, причем с кожей и костями.